Итак, для того, чтобы сшить балдахин, мне нужно 5 метров ткани. Вот такой вот обруч диаметром 60 сантиметров. Ножницы. Иголки. Сантиметр. Фломастер для ткани и швейная машина. Итак, для того, чтобы сшить балдахин, я нарисовала такую небольшую схему, чтобы было понятно. Значит, это балдахин. Он будет состоять из двух частей, верхней и нижней. Значит, на нижнюю часть мне понадобится 2 метра 10 сантиметров ткани. Это будет вот эта вот высота. И на вот эту вот верхнюю часть купол мне нужно будет 65 сантиметров ткани тоже. Также петелька. Петелька по длине 34 сантиметра. У меня есть 5 метров ткани. Я буду шить балдахин из хлопка шириной 160 сантиметров. Также балдахин можно шить из льняной ткани, муслина, тюля, шифоновой ткани. Значит, что я буду делать? Я отрежу две части по 2,10 сантиметров. В ширину получается 160 и в длину 2,10. Эти две части я сошью между собой. Вот здесь вот я, получается, сошью их. И получится у меня ширина, вот это вот низ, ширина балдахина будет 4,20. Для того, чтобы он был пышный, поэтому я разрезаю вот так вот ткань и добавляю, чтобы он был более пышный. Потому что предыдущий балдахин я шила, ширина ткани у меня была 2,20, и он был чуть-чуть попышней. Сшиваю две вот эти части, а из вот этой части, которая у меня остается, я буду шить вверх вот этот купол. И также завязки вот и петельку. Также можно будет обшить из этой ткани обруч, вот на который мы будем вешать балдахин. Еще здесь вот эти вот все размеры, которые у меня указаны, это все уже я взяла с припусками. Теперь для того, чтобы мне сшить купол, мне необходимо найти окружность. Окружность я нахожу 60 умножаю на 3,14 равно 188,4 сантиметра. Вот эта вот вся окружность у меня 188,4. Так как я купол буду шить из 4 частей, то мне необходимо вот эту цифру разделить на 4. Получается 47,1. Я беру 48, можно взять 48,5, 48,5 сантиметров на припуске добавить. И точно так же вот он. Это треугольник, 48 здесь получается у меня ширина будет треугольника и высота 65 сантиметров. Это вот высота получается купола. Я вырезаю 4 вот таких вот треугольника, сшиваю их между собой и у меня получится купол. Затем я буду сшивать купол вместе с низом балдахина. Также мне необходимо будет сделать завязки, я буду шить завязки. И буду их вшивать тоже вот между куполом и балдахином, для того, чтобы потом привязать обруч. Я уже вырезала низ. Это у меня получается две части размером 2,10 на 160. И вот по длинной стороне 2,10 я буду сшивать сейчас эти две части двойным швом. Я сшила две части и теперь проложу еще раз строчку. Вот так вот выверну. Я уже загладила утюгом, чтобы так было удобнее и чтобы швы легли ровненько. И вот так вот сейчас тут еще раз прошью на расстоянии 0,7 где-то от края. И вот так вот получилось, я уже сшила две части, получается, низа. Теперь буду подшивать низ. Теперь я подшиваю низ у балдахина. Я загладила уже утюгом его предварительно. И сейчас прошью вот на швейной машине. Я уже загладила края на балдахине, на нижней части балдахина. Вот внизу здесь я уже подшила. И теперь вот здесь вот по краям я тоже буду подшивать вот так вот. Я подшила уже с одной стороны и теперь вот с другой стороны точно так же подшиваю край.
удовольствие. Я уже подшила низ на нижней части балдахина, на самой юбке подшила вот края по бокам с двух сторон. И теперь здесь вверху, вот здесь я проложу строчку. Закрепки я не делаю, и потом буду стягивать ткань, собирать ее до размера вот окружности обруча. Я отступаю от края 1 сантиметр и начинаю прокладывать строчку. Теперь вытягиваю нитку вот так и начинаю потихоньку стягивать ткань аккуратно вот так. И вот так вот по всему верху стягиваю. Я уже стянула верх, и на этом, в принципе, низ балдахина уже готов. Сначала я расставила точки так, как прямоугольник, как на прямоугольнике, потом нашла середину, и теперь просто соединю, вот и у меня получится треугольник. Я уже нарисовала треугольники, и теперь буду их вырезать. Я уже нарезала, здесь у меня 4 треугольника, вот они. И теперь я буду вырезать завязки и петельку. Теперь мне нужно нарезать 10 завязок, и 11 это будет петелька, на которой будет висеть балдахин. И я вырезаю завязки размером 70 сантиметров в длину и 3 сантиметра в ширину. Я уже нарезала и загладила завязки, и теперь вот сошью их на швейной машине. Теперь я буду сшивать купол. Я буду сшивать по 2 треугольника. Сначала сошью 2 и еще 2. Сшивать я тоже буду двойным швом. Я уже сшила 2 треугольника, вот они у меня сшиты, загладила, и вот теперь выворачиваю и прошиваю еще раз, теперь здесь вот с изнаночной стороны еще раз прошью, чтобы швы вот эти все у меня остались внутри, у меня нет оверлока, поэтому я буду шить таким швом. Я уже сшила треугольники 2 по 2, и теперь мне необходимо пришить эти две детали, сшить вместе. Но для начала мне нужно вшить еще петельку, на которой будет висеть балдахин на крючке. Я беру петельку, это завязка, и я ее вот сюда наверх сейчас иголками приколю. Я ложу треугольники изнаночной стороной вовнутрь, один и другой, и сюда прикалываю завязку.
И теперь сшиваю по краю с одной стороны и с другой. Затем опять выворачиваю на изнанку и прошиваю еще раз. Сначала по лицу сшиваю, а потом еще раз с изнанки. Я сшила по бокам купол и теперь обрежу вот этот хвостик, выворачиваю вот так, на изнанку сюда выворачиваю и вот эти швы еще раз вот прошиваю вот здесь вот с краю. Еще раз прокладываю строчку, чтобы швы остались внутри. И вот этот тут хвостик, который тоже остался внутри, нужно разровнять аккуратно завязку. Можно ее приколоть тоже, чтобы она не двигалась. И вот здесь вот эти края, чтобы не было видно вот здесь вот этого хвостика тоже там маленький, который остался, нужно вот так вот аккуратно здесь я буду все это сшивать. И теперь точно так же с другой стороны тоже прошиваю. Начинаю вот здесь вот от строчки, чтобы здесь они у меня вот сошлись, эти строчки. И внутри тоже аккуратно поправляю петельку, чтобы не пришить ее сюда. Вот здесь вот она петелька. И вот так вот у меня получилось. Вот она вшитая петелька сюда. Вверху. И на ней будет висеть балдахин. Вот он мой уже готовый купол. Он состоит у меня из 4 клиньев. Из вот таких. Можно сделать их больше. И петелька, на которой будет висеть сам балдахин. Теперь я буду пришивать вверх, к низу, верхний купол. Теперь я буду сшивать вместе с низом, с юбкой. И также буду сшивать, вот они, завязки у меня. Теперь я скалываю верхнюю часть и нижнюю балдахина. И также прикалываю завязки. Беру завязку, складываю ее вот так вот вдвое. Нахожу здесь на верхней части, на куполе, серединку, от которой я буду начинать прикалывать нижнюю часть, ориентируясь по вот этому шву. Это будет середина. И от нее я начинаю скалывать две части и также сюда же прикалываю завязку. Значит, я прикалываю вовнутрь, у меня получается изнаночная сторона внутри, снаружи лицевая. Вкладываю завязку и вот так вот вместе складываю верхнюю и нижнюю часть и прикалываю иголкой. И точно так же по кругу скалываю верхнюю и нижнюю часть и прикалываю завязки на одинаковом расстоянии друг от дружки.
вот эти уголки сшитых треугольников, их нужно пройти вот здесь, вот прошить вот так полукругом. Не нужно вот сшивать сюда вот до самого угла, а нужно обойти вот так и ровненько полукругом прошить. И вот так вот с изнанки еще раз я вот здесь вот проложу строчку, чтобы все мои срезы были внутри. И также внутри здесь я подрежу вот эти вот нитки, чтобы они потом не выглядывали у меня. Буду прошивать на расстоянии 1 сантиметра вот здесь вот от края. И вот так я начинаю сшивать с изнаночной стороны еще раз. Разглаживать нужно вот эти складочки, чтобы они не уходили сюда на бок, не перекосились. И можно вот так вот их тоже под лапку подкладывать аккуратно. И потихоньку сшиваем. Вот они, завязки здесь у меня получаются изнутри будут. И так по кругу я еще раз прошиваю. И теперь, прежде чем повесить балдахин, мне нужно привязать на завязки, которые вот я пришивала, вот этот круг, обруч. Значит, я его обшила тканью, просто нарезала полосками такую же ткань и вокруг вот обмотала и приклеила к обручу. Вы точно так же можете сделать, либо купить скотч такой в цвет балдахина и обклеить обруч, чтобы он сильно не отличался от балдахина, потому что у меня обруч розовый, балдахин серый. И так будет намного красивее. Петельку, на которой будет висеть балдахин, я ее сделала специально подлиннее. Ее можно будет просто укоротить, немножко завязать и посмотреть уже, какая длина вот больше подходит, либо больше нравится, подлиннее или покороче сделать ее. И вот так вот по кругу я завязываю, привязываю обруч. И вот его практически не видно, потому что он в цвет с балдахином.